Батик, сыграли сегодня в ничью, ты забил гол. Поделись, пожалуйста, впечатлением после первой игры сезона. Что сказать, обидно очень, упустили такую игру, было очень много моментов, могли забить, выиграть крупно. Гол забил, это спасибо Исламу, всей команде, это весь труд всей команды, даже кто на скамейке был. Так что этот гол принес весь коллектив, весь вклад. То есть, получается, для тебя сложилось впечатление, что Аланья сегодня все-таки наиграла на победу? Да, конечно. По сути, у них только был один момент, и они забили гол. А так мы полностью игру, игра наша была, и могли выиграть и 3-0, и 4-0. Просто забивать надо было свои моменты, и все. Первая игра сезона. Как ты оценишь физически, как прошла она для тебя и для всей команды? Да, все нормально, все готовы. И в принципе, все хорошо, и сборы хорошие провели. Так что двигаемся на правильном пути. Дальше больше спасибо болельщикам, кто приехал сегодня.